Всем привет! Продолжаем 15 августа. Вот это распустился Golden Throne. Ну, Golden Throne. Золотой трон, короче. Ну, вот он такой. Несмотря на то, что довольно старый селекция лилейник, выглядит достаточно современно и интересно. То есть у него каемочка даже местами. Смотрите, какие-то зубчики. Очень интересный цветочек. Очень красивого цвета. Действительно золотой. Вот такой красавец. Вот, а рядом с ним распустился Golden Zilla. На Golden Zilla все-таки не хватает тепла. Нет, может быть, днем он распустится. Я попробую прийти вечером. Вечером, правда, мало чего от них остается. Вот. Может быть, он... Ну, честно говоря, ни разу у меня он полностью не раскрывался. То есть... Ну, еще ни разу, сколько он цвел, наверное, год третий он цветет стабильно, но, к сожалению, до конца он так и не раскрывается, ему мало тепла. Вот, а вот здесь красивый цветочек, прям идеальный, Нобель-кук. Смотрите, какая она хорошенькая. Нобель-кук прям очаровательный. Такой кругленький цветочек, очень нежного розового цвета, с очень хорошей желтой каймой, с такой классной гофрировочкой. То есть, когда он нормально начинает цвести, когда ему все хорошо, когда ему хватает тепла, он очень красивый. Очень красивый, неплохо разрастается, хорошо цветет. Прям такой классненький кустик. Не быстро нарастает, то есть не очень сильно, прямо резко разрастается, но... Достаточно нарастает каждый год потихонечку и превращается в хороший кустик.